Добрый вечер. Я всегда мечтал стать стендапером, когда вырасту. Я вам сейчас расскажу несколько шуток. Вот, например, недавно у меня был секс втроем. Я, моя подруга и диван. И между нами произошло трение. Спасибо. И еще, значит, однажды я был в казино и сидел за столом с рулеткой. И я не знал, на что поставить, на красное или на белое. И ко мне подошла справа женщина, а слева мужчина. И мне женщина сказала: ставь на красное или на белое. А мужчина мне сказал: ставь на красное или на белое. Вот. Ну, и я поставил на красное или на белое, и крупье, он как бы крутанул рулетку, вот. И я выиграл 45 тысяч долларов. Но еще я выиграл раба. И я отказался от 45 тысяч долларов, потому что я решил, что они слишком сильно изменят мою жизнь. А я рассказываю шутку про секс втроем. Да. Расскажи еще раз. Я хочу. Недавно у меня случился секс втроем. Это был секс я, моя девушка и диван. Кто-то понял шутку? И между нами произошло трение. Я всегда хотел стать комиком. Спасибо вам большое всем за то, что вы помогли мне исполнить мою мечту. Спасибо. Thank you.
Спасибо.
Ну все. Спасибо.